первоначальном варианте песни в живых оставалось только трое, но это ошибочно. На самом деле, в ночь на 14 сентября 1943 года в бою за безымянную высоту возле деревни Рубеженко Калужской области уцелели только два бойца 718-го полка 139-й стрелковой дивизии. Третье формирование 139-й дивизии началось в декабре 41-го года в Чувашии. Штаб размещался в Чебоксарах, а четыре полка в Чебоксарском районе. В деревне Иково формировался 354-й артиллерийский полк. Зимой музыка на улице. Нам и деревенский дом. Туда ведь дома стояли все под соломенной крышей почти. У кого два окна, у кого одно окно. Вот смотрим мы с парадом 39-го года. Идут по улице солдаты. Впереди музыка, духовой оркестр. У кассы потом я узнал, что каждому полку давали оркестр духовой, это да. Эта музыка играет. А потом идут солдаты, идут. Целый час, не больше, не знаю, сколько там шли. Ну, разместились в клубе. Клуб в селе Иково был перестроен из старой церкви и к нашему времени не сохранился. А вот школа, которую открыл еще Иван Яковлев, стоит до сих пор, хотя и обветшала. В декабре 1941 года ее заняло командование полка. Местным ребятишкам пришлось потесниться. Клуб заняли, все школы заняли. А школа путешником к нам один класс. Туда один класс, туда один класс. Вот так распределили. Школа заняла весь воинский час. К декабрю 1941 года многие мужчины из Иково, как и все чуваши, уже были на фронте. Некоторые даже успели вернуться, как отец Галины Никитишны. Второй, третий день уже их взяли. Потом раненый стал, его ранили. В Новгороде, он сказал. В Новгороде его ранили. Потом в Кировграде лежал в госпитале. Там долго лежал, у него одна рука. Осенью уже, в 41-м, в этом же году, после госпиталя, маленько отпустили его домой. Когда наш отец в отпуск приехал, но после ранения, и 3-4 солдата перерыв своих, у них дают перерыв, к отцу пришли и сидят. Отец с ними разговаривал. О чем? Ну, о чем разговаривал? Чем мужики они собрали? Курят там вместе, сидят, ага. Про войну спрашивали? Про войну, конечно, он раненый. Они жили нормально. Трава готовили в лесу. Куда-то отправили вагонами. Все военные работали в лесу. И поле где-нибудь очень сильно много работы. Так несколько человек, сколько надо, и туда. Их взяли солдатам. Где что-то на ферме что-нибудь случится, так опять и солдаты пришли туда помогать. Лейтенант Янченко Владимир жил по улице Школьной здесь вот внизу, по улице Школьной, дом номер 25. Война войной, любовь любовью, как говорится. И родились две дочки от этого Янченко у Василисы, Никитиной Василисы. Но у нее муж был на фронте, ну, погиб. И этот Янченко приезжал даже после войны, не хотел вместе, чтобы забрать, но она осталась здесь. Вот внук теперь, как бы, Владимир Арнольд Султаев живет в нашей деревне. Он предоставил вот эту фотографию. В апреле 1942 года 139-я стрелковая дивизия отправилась на фронт. Вместе с ней ушли и многие жители деревень Иковского сельского совета. Ильин Илья Ильич, я помню хорошо. Он до этого войны работал старшим конюхом. Розин был. Такой жеребец, туровец, вороной, высокий, почти 2 метра, наверное, высотой. Вот этот Розин вместе с ним уехал служить в армию. Он говорит, что он первый раз воевать начал около Рославля. К нему Рощилов приезжал.
Потом он на этой лошади ездил, как у турянского полковника, как посыльной было. Он не ездил, доставал донесения разные, наверное. Вот эта лошадь, Розин, немецкий снайпер убил около Кёнигсберга. Боевое крещение 139-я стрелковая дивизия приняла под Оржевом. Это сражение стало началом ее славного и трагического пути. Впервые же вот в Уваровском узле это было... Это вот под Оржевом, это вот, вот здесь вот как раз Уваровский узел позволял нам как-то сохранить железнодорожные пути. Солдатам нужно было их сохранить в любом случае. Поэтому Уваровский узел, бой под деревней Козловка, это вот уже первые потери и невосполнимые потери. Практически фашисты назвали вот то место под Козловкой, они назвали «долиной смерти». Не просто так это, наверное, все сказано было, раз уж и фашисты назвали ее «долиной смерти». И практически далее идет путь, путь потерь. И к тому времени, когда 139-я стрелковая дивизия дошла до Рославля, это практически уже была дивизия многонациональнейшая. Если мы посмотрим героев Советского Союза, к сожалению, там чувашей уже нет, но мы рады и тому, что наши ребята, чуваши, служили в этой 139-й стрелковой дивизии. Они участвовали в тех же боях, они участвовали на Безымянной высоте. Мы знаем, что памятник на Безымянной высоте – это тоже нашим ребятам памятник, нашим чувашским, тем, которые там остались. Безымянная высота, вот она с под Калугой, здесь вот. И Рославль вот здесь. Заняв Безымянную высоту, 18 бойцов удерживали ее целую ночь, хотя силы противников превосходили их в 10 с лишним раз. Это помогло советским войскам в ходе наступательной операции освободить город Рославль, а 139-я стрелковая дивизия получила право именоваться Рославльской. В Быковской библиотеке постоянно действует экспозиция, которую пополняют уже несколько поколений юных краеведов. Они надеются, что и сейчас, спустя столько лет, удастся отыскать следы, оставленные в истории войны их односельчанами. Когда вот в Ржеве откроют монумент такой памятный, но там надеемся, что списки будут. Списки наши солдаты там, надеюсь, что найдутся, потому что очень много без вести пропавших. Вот сейчас мы по книгам памяти ищем, смотрим, как-то свои эти сведения уточняем. Новые книжки, вот, которые... Книга памяти вышли уже этот, последние 2000-е годы, 2004-2006 год, по-моему, там есть, в каком полку служил и когда ушел. Ну и помогают, конечно, сайты. Память Победы, сайт, там находим мы. Там есть и материалы, с какой военкомата призывался, какие, в каком полку служил, какие награды имел. Вот нашли мы много материалов, сейчас ищем еще. Почти 80 лет прошло с того момента, как 139-я стрелковая дивизия покинула Чувашию. А Выкова по-прежнему чтут этот день. И те, кто видел все своими глазами, и те, кто унаследовал память героев. Когда вот провожали солдат 354-го артиллерийского полка состав, все население с детьми, со школьниками, взрослыми, все выходили вот на этот участок. Вот эта территория была, и прощались здесь в основном. Провожали, махали руками, некоторые даже плакали. Вот так, потому что уже сроднились со всеми солдатами, с офицерами. Вот это территория, где они прощались с ними.